Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать школу бокса города Воронежа, поддержать спортивный клуб «Победоносец». Все дело в том, что человек по фамилии, имени, отчеству Ледовский Михаил Викторович пытается выгнать ребят из спортзала, поставив их в условия, которые они не могут выполнить. Арендная плата космическая просто. В общем, создали все условия, чтобы ребята покинули зал бокса. Более 200 детей занимается в этом спортивном зале. А это значит, что эти дети пойдут на улицу, будут не в спортивной системе. И в какой системе они будут, это никому не известно. Поэтому я призываю всех, кто чем может, административный ресурс и так далее, помочь разобраться в данной ситуации. В то время, когда Федерация бокса России вовсю сражается против международных санкций и поддерживает всячески боксеров в России. Находятся люди в нашей стране, которые внутри своей же страны пытаются сеять хаос, неразбериху, забрать у детей спортзал. И, видимо, под свои какие-то коммерческие проекты. Я все-таки верю, что справедливость найдет свой адрес. И ребята останутся в спортзале. Хотелось бы, чтобы мы были не одни. И мы сделаем все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. С уважением, Лебедев Денис.